Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». Я наконец-то нахожусь у себя дома в Украине. Накупила очень много пряжи. Я очень довольна, что сейчас нахожусь дома. Хочу вам продемонстрировать и показать, записать мастер-класс на вот такого вот кота Смурфика. Называют его все Шай-Лу-Шай. Смурфика. Это такой вот герой интересный из ТикТока. Я когда его связала первый раз и сходила с ним на рынок, то девочки, молодежь подбежала быстренько и начали петь песню. Оказывается, все знают про этого зверька. Я только недавно о нем узнала, мне о нем рассказал сын. И я решила его связать. Связала пока маленький вариант, такой вот ярмарочный, как я не взяла карабинчики, он у меня был на карабинчике, и сразу девочки подошли и купили. Я поняла, что это очень популярная сейчас на данный момент игрушечка, и решила связать мастер-класс. Вяжется он быстренько очень, одной деталью, размер игрушечки. 12 сантиметров. 12 сантиметров. Вот такой вот кот Смурфик. Надеюсь, вам нравится такая вот игрушечка в моем исполнении. Приглашаю на свой мастер-класс. И давайте начнем. А понадобится нам совершенно немного. Пряжа двух цветов. Это белая и голубая. Они очень хорошо передают цвет сейчас на данный момент. Дальше нам понадобится, я взяла темно-синий плюш для вышивания носика. Мне показалось, что черный, можно темно-синий. Так как у меня на данный момент нету черной пряжи, есть темно-синяя, то я взяла темно-синюю пряжу для вышивания носика. Носик можно приклеить, если у вас есть. Дальше мне понадобится зажигалка для прижигания кончиков глаз. Я всегда прижигаю. Глазки у нас 8 миллиметров, просто обычные черные. Крючок номер 4. Я беру обычную швейную ниточку для вышивания усиков, 4 ниточки, чтобы они не были толстые, и обычную черную нитку с иголкой. Дальше нам понадобятся ножнички и маркер. Все, давайте начнем. Итак, начинаем с белой пряжи. Набираю 2 воздушные петли. И со второй петли от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такая деталь получается. Второй ряд провязываем все прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. Провязав первую прибавочку, маркер ставлю в первую петельку. Начало ряда у меня всегда маркер в начале ряда. Итак, провязываем дальше все 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Подтягиваем хвостик. И дальше провязываем. Это уже будет третья прибавка. Четвертая. Пятая. И шестая. В конце ряда у нас получается 12 столбиков. Третий ряд. Снимаю маркер. И провязываю 1 столбик без накида. Следующую прибавку. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. И в конце ряда у нас 18 столбиков без накида получается. 1 столбик без накида. И прибавка.
последняя прибавка. Вот так 18 столбиков у нас получается в конце ряда. Четвертый ряд. В четвертом ряду мы будем вывязывать с вами ножки. Поэтому возьмем с вами сразу голубую пряжу, приготовим. И начинаем вязать. Снимаю маркер и провязываю 5 столбиков без накида. В первую петлю обратно возвращаю на место маркер и провязываю еще 4. 2, 3, 4, 5. Всего 5 столбиков без накида с первой петелькой. Дальше начинаем с вами вязать ножку. Снимаю первую петельку. Вот, и одеваю уже голубенькую. И в следующую петлю я делаю накид и провязываю столбик без накида. Только накид провязываю. Дальше опять делаю накид. Вот, провязала один раз и остановилась. Петелька на крючке. Еще раз. И еще раз. Итак, провязали мы 4 неполных столбика с накидом. Подтягиваем вот эту вот петельку. Вот, и теперь 5 петелек на крючке провязываем вместе. Вот так. Теперь делаем воздушную петлю. Вернее, стоп, воздушную петлю мы будем делать уже белой пряжей. Вот так вот, воздушную петлю. И теперь по белой детали мы должны провязать 6 столбиков без накида. Смотрим, чтобы не потерять вот этот вот первый столбик возле ножки. 1, 2, 3, 4 и 5. Ага, 5 и 6. Вот шестой столбик мы не довязываем, а провязываем уже синей пряжей, голубенькой. Теперь делаю накид и вяжем ножку точно так же. 4 столбика неполных с накидом в одну петельку, в одну петлю. Вот так провязали. Теперь через все петельки провязываем. Вот, и хвостик можно обрезать. Голубенькая пряжа нам пока не нужна. Меняем, делаем воздушную петлю белой пряжей. И теперь до конца ряда провязываем 5 столбиков без накида. Так, 4 и 5. Вот такая вот получается у нас деталь. Здесь можно хвостики завязать на узелочек, не сильно стягивать, стягивать не сильно, чтобы не стянуть саму деталь. Все, вот такая деталь получается. Теперь 5 и 6 ряд провязываем 18 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять. Здесь за воздушную петельку провязываю. Вот, за воздушную петельку провязываю 6. И вот здесь вот первая петелька 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тут вот тоже воздушная петелька. Вот 13. И вот первая 14.
15, 16, 17 и 18. Шестой ряд провязываем точно так же, 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Теперь будем менять будем на голубенькую пряжу. Вот, но вот эту белую пряжу я оставляю наперед, потому что мы будем делать окантовочку наших трусиков столбиками без накида. Вот окантовочку наших трусиков, поэтому я ниточку белую ложу наперед, беру голубенькую, снимаю верхнюю петельку. И провязываю уже голубой пряжей. Вот так. Теперь седьмой ряд мы будем вязать за заднюю стенку петли. За заднюю стеночку. Так, седьмой ряд вяжем за заднюю стеночку петли. Вот за заднюю стеночку петли. И провязываем так. 4 столбика без накида. Синенькую подтягиваем. 1. 2, 3 и 4. Теперь провязываем убавку. Убавку я провязываю за задние стеночки, за полную петельку. Так. Вот за заднюю стеночку. Вытягиваю петельку, не провязываю. В следующую петлю за заднюю стеночку вывожу рабочую нить. 3 петелечки на крючке провязываю вместе. Теперь опять 4 столбика без накида. 1, 2, 3 4 и убавка. 5 за задние стеночки. Вывожу полную петельку, не провязываю. И опять за заднюю стеночку в следующую петлю. 3 петелечки на крючке провязываю вместе. И еще один раз. За заднюю стеночку петли. Провязываю 4 столбика без накида. И убавка в конце. 3 петелечки на крючке провязываем вместе. Хвостик вкладываем голубенький. И теперь восьмой ряд я провязываю. У меня в седьмом ряду получается 15 столбиков. И восьмой ряд я провязываю за полную петельку уже 15 столбиков без накида. 1, 2. В первую петлю я ставлю маркер всегда. Провязали 15 столбиков. Провязали 15 столбиков. Теперь я немножко вытягиваю петлю, оставляю и ввожу крючок вот за полупетельку в белом ряду. Это в шестом ряду. Я вставляю за полупетельку крючок. Вывожу беленькую ниточку и делаю воздушную петлю. В эту же петлю я провязываю столбик без накида. И дальше я
провязываю полностью ряд, полностью столбиками без накида, отделяя трусики, чтобы потом убрать эту ниточку, чтобы она нам не мешала дальше вязать. Полностью ряд провязываем столбиками без накида. И теперь делаю соединительный столбик. Обрезаю хвостик. Хвостик я обрезала. Все. Прячу хвостик между петельками и затем вовнутрь. Вовнутрь детали. Все. Вот так вот у нас уже получается. Ой, получается вот такая вот такие вот трусики. Теперь беру. Продолжаем вязать 9-й ряд. В 9-м ряду мы будем с вами вязать ручки. Итак, снимаю маркер. Провязываю первую петельку и ставлю маркер обратно. Нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Для этого первый мы уже провязали. 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше как мы вяжем ручку? Набираю 6 столбиков без накида. Ой, 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И со второй петли от крючка 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот такая ручка получается. Теперь вяжем 6 столбиков без накида. Со следующей петли начинаем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше опять вяжем ручку. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И со второй петли от крючка провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Связали мы вторую ручку, и теперь у нас получается 3 столбика без накида до конца ряда. 1, 2 и 3. Вот такая деталь у нас получается. Теперь 10-й ряд провязываем так. Три столбика без накида. Провязав первый столбик, ставлю маркер. 1, 2, 3 и убавку делаю.
за передние полупетельки делаю бавку. Затем опять 1, ручку убираем, 2, 3 и убавка. Опять дальше 1, 2, 3 и в конце убавка. Дальше 11 ряд провязываю 12 столбиков без накида. В конце ряда у нас получается 12 столбиков в 10 ряду. И дальше я провязываю 12 столбиков без накида, просто столбиками без прибавок и убавок. Двенадцатый ряд, 12 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. Провязав первую прибавку, в первый столбик я ставлю маркер, в первый. И дальше провязываю в каждую петлю 2 столбика без накида. В конце ряда у нас должно получиться 24 столбика. И еще 2 прибавочки последние. Итак, провязали теперь 13 ряд. В 13 ряду провязываем 15 столбиков без накида. Но это в моем случае. Если у вас другая плотность вязания, мы будем в 13 ряду вязать мордочку. Мордочка должна быть посерединке, вот с лицевой стороны. В моем случае это 15 столбиков. Но вы смотрите сами, если у вас больше смещения, то чтобы 2 петелечки были именно посерединке туловища, головы. 1, 2, 3, 4, 5, смотрите, чтобы петельки не пропускать, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Провязав 15 столбиков без накида, мы вяжем мордочку. Точно так же, как мы с вами вязали лапки нижние. Делаю накид. В следующую петлю я провязываю 4 неполных столбика с накидом. Вот 5 петелек на крючке провязываем вместе, делаю воздушную петлю и тут же в следующую петельку я провязываю точно так же 4 неполных столбика с накидом. Вяжем такую шишку. Провязываю через все петельки, делаю воздушную петлю. И дальше до конца ряда я провязываю 7 столбиков без накида. Так, смотрим тут.
седьмая, последняя. Вот, и вот мордочка. Поправляем мордочку. Вот, она должна быть посерединке, эта мордочка. Дальше. А дальше 14, 15 и 16 ряд мы провязываем 24 столбика по кругу без прибавок и убавок. Провязав 15 столбиков, дальше мы посерединке мордочки, вот воздушная петелька, мы за нее провязываем 16, и вот за следующую воздушную петельку 17, и дальше вот петелька еще есть 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. Вот теперь еще два ряда, 15 и 16, по кругу провязываем 24 столбика без накида. Итак, провязала я. Теперь 17 ряд провязываем так: 2 столбика без накида, 2 столбика без накида и убавка. Два столбика без накида и убавка. Так нужно повторить 6 раз. В конце ряда должно получиться 18 столбиков. Вот, и теперь на этом этапе мы будем с вами вышивать носик и вставлять глазки. Для этого я подлиннее делаю хвостик. Вот, и теперь давайте с вами вставим глазки. Глазки вставляем между 15 и 16 рядами. 17, 16 и 15. И вот здесь вот я вставляю глазки. Отступив по 2 петельки от мордочки. Вот так, отступив по 2 петельки, я закрепляю глазки. Вот так. И подпаливаю их. Все, теперь вот такие вот шляпки есть, они никуда не денутся. Вот, и теперь берем вот иголочку. И вот вставляю я вот в первый уголочек, хвостик остается, вот, и вот между носиком
между мордочкой, вернее. Вот так вот. Теперь вот сюда. Ну, то есть делаю такой вот треугольничек. Подтягиваем все. Вот. Смотрим, чтобы все было симметрично и равномерно. Можно еще раз вот так сделать. Все. Ниточку я вставляю сюда, чтобы она мне уже не нужна. Носик мы вышили с вами. Вот. Вот такой вот носик получается. И теперь на этом этапе я обрезаю голубую ниточку и беру белую. Итак, набила я уже туловище, вот, и теперь будем менять ниточку. И так как у нас уже будет идти на сужение, поэтому на этом этапе можно уже набить туловище. Итак, я снимаю верхнюю петельку и закрываю уже белой. Все, и теперь восемнадцатый ряд. Восемнадцатый ряд я провязываю 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. То есть провязываем белой пряжей. Хвостик подтягиваем. Несколько стежков сделали и просто завязываю на узелочек, чтобы не расходилась ниточка. И тоже вкладываю ее как наполнитель. Вот. Чтобы она никуда не денется уже. Вот. И теперь продолжаем вязать. Продолжаем вязать 18 столбиков без накида. Белой пряжей. Все, и теперь 19 ряд. 19 ряд мы будем вязать за заднюю стеночку петли. И будем вязать так. Один столбик без накида. Ставлю маркер в первую петельку. Дальше провязываю убавку. Тоже за заднюю стеночку. За полную петельку 3 петли на крючке провязываю вместе. И так до конца ряда 6 повторений должно быть.
один столбик без накида и дальше убавка. Давайте так провяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получается 12 столбиков. И 20 ряд провяжем без прибавок и убавок уже за полную петельку. 12 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, провязала я 20 ряд, 12 столбиков без накида. Я уже набила голову. И продолжаем дальше. 21 ряд. Теперь мы делаем убавочки. 2 столбика без накида, 1 петлю ставлю маркер, провязываю еще один столбик без накида и убавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений, ой, 3 повторения, 3 повторения, прошу прощения. Так, и в конце ряда у нас должно получиться 9 столбиков без накида. 2 столбика без накида плюс убавка. Давайте так провяжем до конца ряда. Провязали 22 ряд, провязываем 1 столбик без накида плюс убавка. 1 столбик без накида плюс убавка. Так нужно повторить 3 раза. В конце ряда у нас получается 6 столбиков. И последний раз 1 столбик без накида плюс убавка. Дальше провязываем по кругу 6 столбиков без накида, то есть без прибавок и убавок. Провязываю 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Верхушечку здесь я не набиваю, обрезаю ниточку. Так, и закрепляю. Все, теперь одеваю иголочку и стягиваем с вами отверстие. Маркер убираю. Стягиваем отверстие за полупетельки. Я еще делаю здесь узелочек и вот вставляю в серединку и вывожу в любое место. Все, теперь путаю ниточки. Все, и обрезаю хвостик. Убираю лишний пушок, там его почистим потом. Дальше берем опять белую пряжу и теперь будем вязать шляпку. Сзади я за полупетельку, то есть возвращаемся к 19 ряду и захватываем уже переднюю полупетельку. Делаю 2 воздушные петли. И теперь провязываю в эту же петлю 2 столбика с накидом. Теперь мы будем вязать поля шляпки столбиками с накидом. Подтягиваем. Мы будем эту ниточку вязать вместе. И теперь за передние полупетельки в 19 ряду мы вяжем все прибавки, то есть каждую петлю 2 столбика с накидом.
каждую петлю. Подтягиваем хвостик. И так нужно провязать до конца ряда. Давайте провяжем. Итак, теперь делаем соединительную петлю в первую петлю предыдущего ряда. Делаю соединительную петельку, обрезаю хвостик и фиксирую ниточку. Все. Вот такой получается у нас такая шляпка. Теперь хвостики все будем прятать. Хвостики эти я буду прятать. Можно с иголочки, с помощью иголки. Я вот так вот перехожу на несколько петелек. Затем и прячу ниточку. Все, чистим все, везде пушок. Вот, и вот такая вот получается. Теперь последний штрих, вышиваем усики.
Я беру обычную иголочку, сложив обычную швейную нитку в 4 раза. И делаю большой-большой узелочек. Теперь ввожу иголочку и вывожу в серединку мордочки. Вот в серединку мордочки. Узелочек подтягиваю, чтобы он утопился в плюше. Вот так подтягиваю, и он утопился. И теперь просто вот вышиваю усы. Не сильно затягиваю. Вот с одной стороны. И перехожу теперь на другую сторону. Мордочку так вот поправляем, чтобы она не была слишком вот так утопленной. Во. И в любое место вывожу. Вот усики мы с вами прошили. Еще раз поправляю мордочку, чтобы ее вспушить, чтобы она была не такой плоской. Все, хвостик обрезаю, завязываю на узелочек. На несколько узелков. Обрезаю и прячу опять же. Итак, связали мы с вами вот такого вот кота Смурфика шалушая. Вот, надеюсь, вам все понравилось, все у вас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока!